Высадка памятного дерева прошла на поляне Дружбы народов. Аллея уже стала своеобразным музеем под открытым небом, где каждая магнолия – экспонат, хранящий память о выдающихся деятелях, политиках и космонавтах. Свои зеленые автографы на поляне Дружбы народов оставили более 100 почетных граждан из 20 стран. Теперь к традиции присоединилась и делегация сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна. Их магнолия расположена напротив дерева, посаженного героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Константином Феоктистовым в 1964 году. После посадки магнолии представители делегации оставили запись в книге отзывов почетных гостей парка Ривьера. Это очень почетно для нас, оставить такую зеленую память на этой аллее. Здесь также магнолии высаживали известные политики, космонавты. Я считаю, это важная традиция, и мне очень приятно было к ней присоединиться. Я уже сажал деревья, только в своей республике, но впервые в другой стране.